Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне во сне Ячимир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно. Иди же ко мне. Я говорю, приду, Ячимирушка, приду. Только как меня боги призовут, не раньше. А он на это... Так хотя бы принеси на могилу обручальное колечко. Легче будет ждать. А я бы и принесла. Только через лес идти боязно. Так я и подумала, что... Может, вы... Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж я собственного мужа узнать не смогу? Я старая, ну не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ячимир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его риданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А и правда. Путаю я, путаю. Под Ривией хотела я сказать. Я с удовольствием помогу. Где твой Ячимир похоронен? На таком маленьком кладбище, недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Возьмите-ка вот колечко обручальное. А как закончите, приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Странно. Могила Ячимира. Но дело сделано. Наконец-то. Ты простишь меня? Уже простила. Вперед, плотва! А вы чего тут трудитесь? Кровавый барон о вас знает? Ведьмак? Что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была. Но мама говорила, что незадолго до смерти. Бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница. Так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Но пошла.
Рейнджер, два мяча выстоишь против 40. Бледный ты, это как уже слишком, седой. Мой спаситель, приветствую. Ну что, стрижечку? Бывай. Вам чего тут? Может, мне старика... Смотрите, кто пришел! Покажи, что у тебя на складе. Торговля, торговля, я бы лучше в карты сыграл. В гвинт.
куда боги привели. На тот свет оплатил. Ничего, как-нибудь она его уболтает. Она и при жизни каждого уболтать умела. После смерти справится. Но! Броница 10-й дорогой обходи. Но! Отдохни.